Илья Вербух отреагировал на слова Елизаветы Туктамышевой о желании выступить в шоу «Ледниковый период». «Я это всячески приветствую и жду, когда Лиза завершит свою спортивную карьеру. Она очень артистичная, я работал с ней над несколькими показательными номерами. Мне очень импонирует ее характер, ее спортивная дорога. Если после завершения ее карьеры ледниковый период будет проходить, то я с удовольствием посотрудничаю с Лизой в этом проекте». Также Авербух оценил шансы Туктамышевой на участие в проекте в роли ведущей. Кто будет вести проект, решает исключительно руководство Первого канала. Самое главное, что ледниковый период очень популярен среди любителей и спортсменов, что для меня очень важно. После завершения карьеры они стремятся и хотят попасть в этот проект, потому что он действительно очень знаковый и котируется в мире фигурного катания. Что касается ведущей, то Лиза многогранная личность. Если хотела бы попробовать себя в этом, то здесь должно поступить предложение от Первого канала, сказал Авербух.